Всех приветствую. Картошечка у нас растет потихоньку. Да все, в общем, растет потихоньку. И картошка, и лучок, и чесночок, свеколка, огурчики, помидорчики. Все растет. Хочу сегодня снять один небольшой видеоролик по поводу вот такого вот у нас заросшего участка. Сейчас покажу. Вот такой вот у нас небольшой клочок очень сильно зарос, скажем так, запущение страшенное. Тут нормально, а тут зарос. В общем, здесь у нас посажены арбузы и дыни. То есть это вот, может, кому-то будет полезно или интересно. В общем, смысл такой. Мы его специально не пропалываем. Ну, то есть, как бы, чтобы время сэкономить. Скажем так, сейчас покажу. Вот такие вот арбузики. И пока они не распустили, усы не расползлись по всему участку, мы его сейчас пропалываем. Я прям его пройду мотоблоком, фрезой. И все. Это, короче, получается один раз за сезон. И больше уже здесь ничего не надо будет делать. После фрезы уже ничего не вырастет. Ну, если вырастет самую малость. Вот арбузик. А это дынька. Да вот сейчас у меня супруга пробежится. Вот так вот. По кругу обойдет все эти. Она сажала, она знает где. Чтобы я фрезой их не перемолотил. Это как бы все экономия времени, скажем так, что ли. Вот, потому что некогда, всегда времени не хватает. А тут посадили весной и забыли. Вот сейчас вот вспомнили, сейчас прополим и все, и опять до осени забудем. Вот, в принципе, вот так вот. Ну, я еще сниму, как это дело все пройду. Вот. Ну и подкормка, конечно же, от этих вот всех сорняков небольшая тоже присутствует. Так что сейчас пройдусь, сниму еще. Что-то типа вот такого у меня получается. Вот. Прохожу сначала так. Вот. Крестиком. Ну вот, допустим, арбузики у меня. Ну это у меня супруга потом все это дело поправит. Вот. Прохожу сначала вот так, а потом буду проходить вот так. То есть вот это вот уберу вот так фрезой. Вот. Крестиком. Ну, в принципе, работы, пусть даже, грубо говоря, 2 часа. Ну, 2 часа за весь сезон — это вообще ни о чем. Что еще хочу добавить? В общем, эта вся канитель накручивается очень сильно. Очень сильно накручивается на фрезу. Вот. И у меня получается как бы даже не фреза, а как это, активная роторка, так ее называют. То есть быстро и легко намоталась и пошло. Глубоко уже не иду, верхушку только снимаю. Вот. В общем, вот так вот легко и просто быстро сделать из фрезы активную роторку. Вот. Ну, сейчас еще немного. Чуть-чуть. Вот. Так вот, ребята. У меня получается крестиком, как я и обещал. Вот. У меня получается... Сейчас покажу. Получается. Вот арбузик. Так. Потом трава, промежуток. Я ее уничтожу. Вот арбузик. Потом опять трава. Вот арбузик. И, соответственно, и там. Вон он между травой. Вон он между травой. И там между травой. И так дальше.
там между травой. Вот так вот. Ну а получается вот такой вот, можно сказать, что уже все в чистоган, ничего уже не остается. Вот. Ну арбузики здесь также. Вот он стоит. Вот. Здесь вот он стоит. Вот он, пожалуйста. Вот. Здесь вот он стоит. Все арбузики. Вот. Здесь вот мотоблоком прохожу. Вот он где рядышком. Что так? У нас немного осталось. Еще тут полчаса максимум. Ну вот, ребята, в принципе, и все. Картошечка у нас бушует. Хорошо даже очень. Фу. Ну, что, дожди. Сегодня, завтра, каждый день дожди. И между дождями жара. Ну вот мы буквально 2 часа, может быть побольше, ну 3 пускай. Ну за 3 часа все пропололи. Пропололи, причем очень качественно, фрезой. Вот. В общем, теперь так думаю, что до осени он уже не вылезет. Ну, может быть, конечно, и вылезет сколько-то. Прошлый год пололи, прошлый год не было жары. Ну, в общем, оно ничего не известно. Но когда жара, когда оно дожди. Ну, я думаю, все равно сейчас после фрезы долго теперь не взойдет. Вот такие вот, ребята, дела. Вот. Ну, в общем, кому было интересно, может, кому будет полезно. Вот. Я думаю, вот так вот за сезон 3 часа уделить на прополку и больше ничего не делать. Это, я думаю, неплохо, по сути-то дело. Чем тут все лето с тяпкой умирать. Вот. Так что, может, кому будет полезно, может, кому пригодится. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.